18-й тур первенства ФНЛ ивановский текстильщик провел в гостях у курского «Авангарда». Счет на 7-й минуте встречи открыл полузащитник красно-черных Максим Сидоров. Это преимущество подопечные Дениса Бояринцева удерживали до 81-й минуты, когда судья зафиксировал нарушение со стороны нашего игрока в штрафной площади соперника. Реализовать пенальти хозяевам поля удалось, счет сравнялся. Точку в игре поставили также футболисты «Авангарда» уже на 83-й минуте. Итоговый счет 2-1. Хозяева поля отпраздновали победу. Следующий тур красно-черные проведут также на выезде 23 октября на московском стадионе «Спортивный городок Лужники». Ивановцам предстоит выстоять против клуба «Чертаново», занимающего 4-е место турнирки.